Добрый день, Анапа! Добрый день, гости города-курорта Анапы! Сегодня вам покажу фермерский рынок Привоз, который находится теперь немножечко дальше от того места, где он был. Я рад, что у них получилось найти место самим для себя и не переехать на северный рынок. Я уверен, что многие жители близлежащих домов, которые покупали здесь квартиры ради этого Привоза, скажут им за это огромнейшее спасибо. Но давайте посмотрим, где это теперь находится и как выглядит. Ну и цены узнаем на продукты. Почем стоят у нас фрукты, мед, там, ну, все, что продается. Я думаю, нам не откажут. Старый находился вот примерно вот там. Привоз был, так, проулок. Это улица Проезд Солдатских Матерей. Сюда можно доехать на 128-й маршрутке из Витязева, которая идет на Красную площадь. Остановочка вот находится немножко дальше. Ориентир Неска находится здесь. И пойдемте посмотрим. Тоже показать. С клубничкой. Здравствуйте. Вот так вот мне нравится к людям приходить. Фермерский продуктовый работает. Там я не вижу, к сожалению, график. И давайте посмотрим по ценнику, что здесь продают и почем продают. Чеснок 150, редиска 40, картофель 65, помидоры 40. О, помидоры, кстати, не вижу. Клубника. А клубника чья? Моя. Моя. Стрелки. Отлично. Вообще шикарно. Так, двигаемся дальше. Черешня почем у вас? 180 и горох. Отлично. Это представители нашего меда. Какой самый вкусный у вас? Здравствуйте. Майский мед свежий. Горный. Это объем какой, вот, допустим, 150? Ну, это 300 грамм. Килограмм по 500 рублей. Майская акация. Угу. А самый вкусный, вот, на твой вкус? Самый вкусный — это каштан с ним. Каштановый мед по 500 рублей килограмм. Классный. Отлично, спасибо. Есть распродажа. Прошлогодние по 900 рублей банки. Трехлитровая за 900 рублей можно взять. Понял, спасибо. Пошли дальше смотреть. Здравствуйте. Зелень по 15-20. Смотрим. Перепелиные яйца 40 рублей. Вы обратите внимание, пожалуйста, на количество людей. Это при том, что многие даже не знают, что здесь есть рынок. Ну, территория, к сожалению, маленькая. Ну что делать? Зато люди, те, кто остался, все вместе, так сказать, на этом рынке. Пошли дальше. Помидоры 75. Отличная цена. Смотри, какие пучки по 20 рублей. Покажи, не увидел. 20 рублей, отлично. По 15 с ценниками все хорошо. Тошка стиль. Спасибо. Это прям вот хорошо звучит. Самое лучшее здесь. Так, лук 50, 200 перец. Так. А 84 оставим? Я не знаю, надо весь рынок пройти. 120 клубника у нас, черешня по 200. И 100 было? Раз продали по 100, 90. Помидоры, абрикос по 180, вон. На варенье 50 рублей клубника, я так понимаю, по 100 рублей вот черешня есть. 230 это черешня, 55, 80, смотрим. Так, давайте вот по этим рядам прогуляемся. Здесь картофель у нас есть и по 30, лук по 50. Идем дальше. Так, 75, капуста по 30, перец по 170, 65. По 50 вешенки прямо. Так, смотрю, прямо ажиотаж какой-то. 230 и по 180. Жарить идут. О, все. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, давай сюда. С луком, ты не помнишь? Так, посидите. А ничего страшного. Я на море был. Мне туда нужнее, так сказать. Ой, каждое утро за всех. Так. 30. 80, смотрим ценники. Ну, люди при работе, у людей все нормально, некогда и ругаться. Все хорошо, радует, как все покупают. Смотрите, с пакетами 60 по 40, я не знаю, кто это. Так. Здесь клубника вообще по 70. Немножко такая подварение, но уже портится, отходит клубничка. Так, и давайте посмотрим вот тут. Ой, по ценникам, по всем. Макаронные всякие разные изделия продаются. Так.
клубника. А, черешня по 200. А клубника почем была, так быстро кончилась? По 100 рублей. По 100 рублей там было. У нас там праздник сегодня, открытие ярмарки. Там это ними где? Казан, вот большой, на 300 литров. Все желающие сегодня у нас бесплатно похлебку получают. Котлома со всех кубанских продуктов у нас. Все жарится. А когда будет готово? Уже почти готово. Если успею, попробую. Потом обязательно. А потом что у нас тут? Бесплатно целый месяц здесь нам предоставил Игорь Дмитриевич поработать. Всем, то есть всем бесплатно? Да. То есть если понравится, то потом будет аренда? Вот там мы расширяемся, будет колбаса, рыба, ролеты. Угу. Все, асфальт будет, больно культурно будет для людей все. Угу. Вот, и будем стараться, только у нас производители в основном, цены, чтобы были. Ну, я свой, чья клубника? Моя. Вот это хороший там был ответ в начале рынка, чтобы были все, как бы, в курсе, кто что производитель. Ну, это мы еще в конце, я подойду, пригласи. Сейчас посмотрим по ценам, что еще здесь есть. 50 рублей, то есть, видите, будет расширяться, гурцы по 50, 100 рублей, по 80. 50, 80, 75 тоже картофель. Тут я уже прошел, и давайте по тем рядам еще прогуляемся. Здесь тоже зелень, шпинат, красота. Спасибо. 80. Все заканчивается, да, лук по 10, лукован по 20, красота. 50 рублей, 80, 190, 220, вижу, это чеснок по 200, 190, кстати, перец здесь, вот я уже подешевле нашел, чеснок зеленый, я так понимаю, по 20, 30 всякие, вот из них мне нравится, вот из этих шпината делать очень вкусно, и по 15, разных. Так, там мы все посмотрели, смотрим дальше помидорчики. Цены 80, 100, 30, отлично, 80, яйца 65, 48, 52, 49, 55, картошка, я так понимаю, свежий, мясный, 30, это Витязева по 90, мне сказали картошка, я, честно, испугался. Так, здесь вот подешевле есть возможность купить. 150 помидоры, 30 капуста, 50 кабачки и 60, 50 свекла, 50. Смотрим. Морковка 20, 50, 45, 50. Такая мелкая картошка, 170, 75. Это к вопросу о том, постоянно задают, где местные все покупают. Вот теперь местные будут все покупать именно в этом месте. Яйцо домашнее, повозки, индейка домашняя, утки домашние, утки 350, куры домашние по 220. Так, все домашнее. Я вначале реально порадовался. Зашел, говоришь, чья? Моя. А у вас чья? Чикон 230. А клубника почем? 120. Да ладно. А почему? Из-за чего? А потому что не опылилась, потому что погода такая стояла, пчела не летала. Холодно было, дожди шли. Это значит, что ценник такой будет, да? Ну, может, чуть дешевле будет, но очень много ее не будет. Понятно. Черешни нету, черешни мало. Ну, персики такой все есть. А слава богу, хоть персиков поедим. Персички у нас будут. Так, спасибо за информацию. Так, огурцы по 50, у нас капуста по 25, вот такие маленькие, по 100 рублей. Клубника, видите, у всех по-разному немножко ценник. 30 рублей капуста, картофель, кабачки по 50 и 60 картошка. Так. Здесь я не вижу, смотрим. Так, картофель, почем помидоры, что-то у вас без цен? Клубника 120. А, есть это. Картофель 30. Понял, спасибо. Яблоки по 60, по 70. Магнит, заходишь, яблоки по 100 рублей, 120, прям страшно. Ох, какие, самый вкусный розовый помидор. Топ-реклама по 70, 65 и 50 яблоки. Ну, еще мед совсем. Распродажа меда. Распродажа. Поэтому пускай нам и отдыхающие, как приезжали, приезжают дальше, и местные жители. Все.
можно пойти. Очень хорошие дети. Ну, рассказали, на прошлогодний, да, получается? Да, весь пока мед прошлогодний, и со следующей недели будет только качество. Понял, спасибо. И последнее, что у нас здесь сегодня осталось, еще зелень и тоже чуть-чуть меда. 15, 90, 80. Но свежий, отлично. Приглашаем всех жителей и гостей нашего города на нашу ярмарку. Торговый комплекс называется «Фермерский». Здесь продаются продукты от производителей со среды по воскресенье. Пожалуйста, приходите. Со скольки до скольки еще? С 8 до 5. До 5 работает. 3 дня в неделю получается? Нет, со среды по воскресенье. А, там получается 5 дней. Ладно, почти всю неделю. 2 дня у нас выходных, понедельник, вторник, выходной. 5 дней в неделю мы работаем. Все, вас отсюда двигать не собираются пока? Нет, нам владелец земли предоставил свою землю. И здесь нам будут строить ролеты, магазины. У нас здесь и будут и мясные, и молочные, и рыбные, и овощи, и мед. Слушай, я раз в недельку буду летом к вам приходить и снимать ценники. Да, пожалуйста, да. Приглашаем в гости. До свидания. До свидания. Уже пойду себе прикуплю немножко клубнички, вот тут, которая с правой стороны стоит. Она уж очень мне понравилась, да еще и по 100 рублей, да еще и местная. Надеюсь, что вкусная будет. Я потом поделюсь с вами впечатлениями. Ну и поддержите, друзья, нашего производителя. Приходите на данный рынок, рассказывайте своим, во-первых, гостям, кто будет приезжать. Это для тех, кто здесь живет. А для тех, кто в гости будет приезжать, я вас лично сюда приглашаю. Хорошие, душевные люди. И пишите свои отзывы, как вам ценники на этом рынке. Думаю, что ребята будут реагировать на ваши пожелания. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский с хорошим настроением с рынка, который немножко переехал. Жалко, что администрация хотя бы на сезон там не оставила. Ну, я думаю, лишних там 100 метров пройти вы сможете. Всем пока-пока. Не пошутил. 420 рублей вышла мне вот эта вот клубника. Ребят, на вкус просто малина. Я не знаю. Ну, с чем фантастического, такого бы вкусненького и побольше.